Вот здесь чье-то оливковое поле. Деревья очень ухоженные, кстати. Сами колхозники. Проходим через чье-то поле посаженное. Здесь у каждого свои участки. Вот здесь что-то посадили. Не знаю, что. Мы стараемся не топтать по дорожкам. Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Сегодня я вам хочу рассказать, как и где собираются Дениз Берельдже по-турецки, а по-русски солерос европейский. Он растет на затопленных морских побережьях. Я их называю болотом. Вот сейчас я нахожусь и здесь. Дует ветер, надеюсь, меня слышно. От машины до этого места нам нужно пройти пешком 600 метров. Как в страшных фильмах ужаса «Техас». Посмотрите, чья-то косточка. Но мне муж сказал коровья. Вот, собственно, и голова коровья. Кошмар какой, да? Это я нашла. И вот все останки коровья. Кости. Класс. И вот по этой пустыне 600 метров мы сейчас будем чапать. Вон до туда синего морюшка. Вот эта местность такая. Вон там вдали находится море. Вот так вот они выглядят. Посмотрите. Но это называется дели. Дели Берельдже. Это не настоящие, их не едят. Но если присмотреться, они немножко по-другому выглядят. А сейчас, если я найду настоящие, я вам покажу. Они бывают сорта зеленые, но те, которые мы собираем, они фиолетовые. Фиолетовые, они намного богаче витаминов. Кстати, большинство видов этих солеросов, они находятся в Красной книге. Мне муж объяснил, какие бывают настоящие Дениз Берельдже, какие подделочные. Те, которые настоящие солеросы, они вот такие с одним корнем. Посмотрите, здесь корень какой. Как вам сказать, трубчатые длинные корешки здесь. А Дели Берельдже, они вот такие. Сейчас я вам сорву и покажу. У них корень вот такой, посмотрите. Вот такой корень. Они на одной веточке, смотрите, их несколько штук. Вот это вот не настоящие. На базаре, кстати, вот продают большинство вот таких, имейте в виду. Настоящие, вот сейчас я вам сорву. Вот такой, видите, он штучный. На нем больше нету никаких веточек. Он сам по себе одиночка. Этот солерос очень полезный. У него много лекарственных свойств имеется при запоре, при цистите, злокачественной опухоли. Применяется также в народной медицине вместо лекарственного средства. Вот такие вот они. Собираются они все в летний сезон, в лето, к концу лета. Вот она здесь, болотная местность. Собираем мы эти Дениз Берельдже со всей семьей. Да, вот доченька моя тоже собрала. Ну-ка, покажи. Вот они, видите, здесь, которые настоящие, они по одной штучке растут. Их когда срываешь, даже если кучу срываешь, они вот такие по одной, видите? И фиолетового цвета они. Те, которые не настоящие, они в основном все зелененькие, они фиолетовые не бывают. Ой, да. У меня свекровь собирает вот эту глину. Она, кстати, здесь очень полезная. Прям набирает себе ведро, потом ее высушивает. И на свои больные суставы она ее мажет. И вот так вот она лечит свои ножки. дикая природа. Здесь очень даже симпатично, очень красиво. Посмотрите, вон там вдали море. От моря сюда приходят приливы. Я здесь когда была беременной, я сюда, у меня как раз последний срок был на триместр, у меня был как раз летом. И как раз в это время уже начали собирать этот Дениз Берельдже. И ходила по этой глине. Вы не поверите, у меня не было абсолютно никаких отеков. У меня даже врач удивлялся, говорит, у вас совершенно нет отеков. А это потому, что вот эта глина, как я вам уже говорила, она очень полезная. Видите, как они легко отрываются. Раз, и все, и готово. На базаре вот такой маленький пучочек, ну, чуть побольше, стоит 5 лир. Был раньше, сейчас не знаю. Ну, может, при беременности у меня очень болели ноги. Я постоянно сюда ездила. Здесь, кстати, находится в нем колоссальное количество фолиевой кислоты для беременных. Имейте в виду. Те, кто беременные, обязательно много прям кушайте. Ну, если, конечно, нет никаких противопоказаний от врача. Местный старец, лекарь, меня научил делать из нее настоечку. Настоечка — это просто потрясающая вещь. В следующем видео я вам сниму, как приготовить эти берельдже, и обязательно вам расскажу про настоечку и дам вам рецепт. Мы ее на базаре не покупаем, мы ее сами вот так собираем. Но для этого вы, конечно, должны знать места. Вот такое ведро целое мы собрали. Мы бы собрали еще целую флягу, но у меня ребенок уже капризничает. Если вам было полезно это видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал.